Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту, который находится, друзья, у нас на предстарте, называется Правком. У меня есть видео на YouTube-канале, можете просмотреть. Я изначально заходила сюда из-за сарафана. Здесь вот хочу рефералов сарафан. Он активируется во время старта. Но также здесь можно и заработать. Как заработать? И я решила зайти на 250 рублей. Активация вот. Так как у меня баланс не пополнен, я сейчас все буду делать в режиме реального времени, в режиме онлайн. Зайду вот на 250 рублей. Заработать 87 тысяч рублей. Нет. Первый уровень 3 реферала, доход 600, на баланс 200, на второй уровень и переход на второй уровень 400 рублей. Там 9 рефералов, доход 3600, на баланс 400. Опять же, автопереход на третий уровень 3200 и третий уровень 27 рефералов, доход 86 400, на баланс 86 400. Здесь, друзья, кратко все описано, можете как бы все это почитать, прочесть. Переливы в системе действуют, ну, я на переливы особо никогда не надеюсь. Перейдем в кабинет. И что? У меня, друзья, смотрите, заработано 90 рублей. Баланс у меня по нулям. Почему у меня 90 рублей? Потому что мои партнеры начали активировать площадку. Вот. Вот один Fast Food и Big Food. На 2 зашел. Ну, у него человек, видно, работает, да? Сколько у него рефералов. Вот. И еще у меня человек, партнер активировался. Ну, и знаете, так, фастфуд. Тупо греться на рефералах я так тоже... Ну, это не для меня. Так, 250 рублей. Пополнить баланс. Сумма 250. Нажимаю пополнить. Я еще кошельки не прописывала, ни пин-код не устанавливала. Так, выбираю рубли. Подтвердить. Сейчас меня перебросит. Подтвердить. Меня перебросит обратно в кабинет. Так, и у меня 340 стало. Так, Fast Food. И я нажимаю: для активации системы необходимо иметь на балансе не менее 250 рублей. Нажимаю активировать. Загрузка, видите? Ожидание активации. Пусть она активируется. Давайте теперь я перейду на главную страничку и опустимся чуть ниже. Смотрите, значит, есть чат ВКонтакте. Если вы хотите перейти в чат и быть в курсе событий, пожалуйста, добавляйтесь в чат. Далее что? Проходит денежный приз. Я копирую ссылочку. Переходим. И сейчас посмотрим.
какой у нас тут денежный приз. Предстартовая акция. Акция продлится до самого старта. Старт проекта будет 27 апреля. Так, как принять участие? Вступить в группу. Я в группе. Сделать репост этой записи, добавив к нему свою реферальную ссылку из правкома. Закрепить пост наверху своей страницы. Какие призы? Каждый день в 10:00 по московскому времени будет определяться один победитель, который получит 250 рублей на баланс правком. Как будут определяться победители? При помощи лайкию. Так, видео с розыгрышами будет выкладываться ежедневно. Можно ли выиграть несколько раз? Можно. Что запрещено? Использовать фейковые страницы ВКонтакте для участия в акции. Желаем удачи. Ставлю лайк. Так, поделиться. Так, на своей стене пишу регистрация. И вставляю свою партнерскую ссылочку. Нажимаю «Поделиться». Теперь ваша запись появится у меня как бы на стене и в новостях моих друзей. Перехожу на свою страничку. Опускаюсь ниже. И вот моя запись. Навожу стрелочку. Нажимаю «Закрепить». Обновляю страничку. И вот моя запись. Вот таким вот образом можно выиграть как бы хотя бы на активацию себя. Так, друзья, и у меня на балансе, как я сказала, 90 рублей. Я и хочу что сделать? Вывести. Настройки. Что у нас по настройкам? Так, нужно установить пин-код. Пин-код. Так. Фотографию я установила. Так. И Payeer-кошелек. Я поставлю на паузу. Установлю пин-код и Payeer-кошелек. Так. Ну, я все установила. Теперь идем в финансы. Пополнить выплата. Сумма. У меня 90.00. Сюда вставляю пин-код. Нажимаю выплатить. Так. Выплатить. Давайте-ка вернемся. А, баланс по нулям. Обратите внимание. Так, баланс мой обнулился. Идем-ка на почту. Payeer. Так, это оплата. Это не то, что я пополняла. Так, ой, не туда нажала. Зиму правком. Так. Финансы обратно сейчас перейдем, посмотрим. Так. Все, смотрите, статус. Операция завершена. Угу. Опять идем. Мы сюда. Вот моя выплата. Плюс 89.15. Комментарий. Правком.ру. На Payeer идем. История. И 16 апреля. Перевод выполнен. Payeer у нас берет комиссию. 89.15. Правком.ру. Все замечательно. Платит инстантом. Ну что, будем ждать старта. И, естественно, очень уж не терпится испробовать этот сарафан. На этом буду заканчивать. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, друзья, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!